Отрубите мне мозг, пожалуйста. Мне что, обоссать, тебе надо сначала трусы скинуть, что ты пиздишь? Если захочу, захочу. Этот ВК сидит, пиздит, невозможно, значит, возможно, этого ДЦ перехилить. Мастер, вот не с твоим уровнем игры так говорить. Вот, ну, пожалуйста, ну не надо, мы же друзья теперь. Про уровень игры я промолчу. По мане садишься, блядь, 3 раза за бой просишь, кой 3, залить тебе ману, романом. Видела мой, во-первых, шмот? Ой, тогда ничего ни про кого не говори, пожалуйста. Всегда любил наблюдать, как люди говорят мне чего. Ебать, а для чего придумали рекаунт? Конечно, чтоб писками мериться. Чё часто? Вот вы, блядь, я тут полгода играю, вы за полгода, блядь, 2-3 меня где-то перехилили, переабсорбили, обязательно линкуете все это, и как будто я такая, я не знаю, выставляете меня, ну, мне вот просто смешно на вас смотреть. Кто кого нахуй кем выставляет, на? Ты не понимаешь, они гордятся этим. Чем? Чем? Вы хилов-то нормальных видели? Да что ты завелся? Я ненормальный хил. Линканули, линканули, ну допустим, ну линканули, и что теперь? А тут полгода играю, они линкуют только тогда, когда они, блядь, раз в жизни, блядь, меня перехилили. Ну ты понимаешь, что у них кроме письки ничего нет, и больше им гордиться нечем. Ну да. Простите. Вот тебя горит. Что надо иметь? Вот мужиками оставаться. Да конечно горит. Ну мне похуй. Доставай стропон. Вот у меня горит только тогда, когда кто-то начинает про товар говорить. О, маленький про товар. Кто-то что-то крутит про товар. Мистер Day Better. Не давай. Хороших хилов. Погоди, погоди. Мистер Дейбе, там не попадись на горячую руку. Нет, кстати, мне нравится этот ШП. Он пизды не получит. Стропончиком? Все остальные береги. Уже стропончиком получил? Пися, ты что, с соплями? Нет. А что, у меня с голосом что-то не то? Да не нормально все. Пися такая с соплями сидит. Давай, Войт, слышишь, перекурчик 3-4 минутный сделаем, что, потом я пойду нормально. Да. И хорошо, я покурю. Давай, у вас 5 минут будет перерыв, а он вдвоем поставит. Соответственно, этот, потом на профиль Потом перекуров не будет. Бафни пинту. Про товару. Спасибо. Блять, сгорела, пойду кофе сделаю.
почему он тут? Лимон. Все, меня слышно? Ага. Лимон. Задумчик, а ты чё, не присумонен? Кость, дай шкаф. Соответственно, две метки вам стоят. Тыкните. Чекнавка. Сейчас задум приходит. Отлично. Лока пробафали быстро, фулл баф дали. Кушай рыбу. Оперативников. Квест. Возьмешь там на чумку. Потом. А, ну все, отлично. Чек на готовность. Бафы все на тебе есть? Каска там 5. Без призывай. Шансунг, выхухоль, Джурада. Давайте, отлипаем. Перерыв закончился. Алиса, фласку выпьет. На замену рогу возьмите. Взял. Джурада, выхухоль, тут нет. Еще раз чек на готовность. Выхухоль. Начинается. Тут. Отчет на пол. На пол на Юнар. Споры. Ранжу набрали. Мастер, а чё ты в ранжа стоишь? Встань под босса, ты хиль. Я в ранжа пошёл. Так не бегаю. Спора. Рейнджер набрали. Сунсун гимнаману. Сейчас будем экономить. А, блюет. Проебись. Споры. Мелизона. Угу. Ренджу набрали. О, блять, я ни одной споры не словил. О, мудак.
Нормально, зато мандан другенил. О, саману. Прохил милишников жестко. Да как он задолбался этим газом. Чисто бьем, сбегаться не надо. Но... Ой. По-моему, это ханту везет, да? Отказались от лута. Бое. Ну, я пылю, короче. А перчатки с ребра, там, с духом кожаные, распылили уже? Нет. Не пыли, пожалуйста, их там. Сколько времени осталось? Я подумаю, может, заберу. Час 12. Я сказал, ничего не да. брать. В чем проблема? Блять, у вас руки или чё? Вы в гирейде, нахуй. Значит, жмете, не откажусь. Меня глючит или у нас два человека залутали осколок? Кто? Турбойс и Войд. Не, у меня показывает только Войд. Ловушку. Бегут. Турбойс? А, отказывается. Крыши. Кран там открыли? Да. Да, кран открыл. Крыш не надо было никому. Походу нет. Что, закончили шеемы? На шамана отдать. Без квеста. Рыбку. Рыба. Обновляйте, кто умер, мастер там. Не мне кидай. На сурва, да, зачетный посуд. Угу. Пристав баф. Пояс у Вайда. Не-не-не, палку не надо. Чек на готовность баф проверили. Ой, сори. Блять. Еще одна. Хорошо, что все тут. Че у вас, блядь, с гнилью за проблемы постоянные, нахуй? Пиздец, начинаем. Фласки выпейте. Налево бабл, лилморт, лилучик. О, я гергал, блядь. Выход, фальмангал, пропейте фласки. Текла.
А зачем ты маленьких собираешь, большого жди? Вон у меня больше. Че, баблануть? Не, не надо, зачем? Ну, мне проще у себя большого держать, чем с реликом. Как ты их на большого. Ты его на большого. Один маленький дает один стак. Так же, как и большой дает один стак. С рейдом. Ничего не понял. Ну смотри, вот сейчас не забирай. Вот сейчас ты забрал, смотри, он хренак соединился. Стало 4 стака. А когда ты большого тянешь с рейда, то также начисляется один стак. Понял? Когда я большого тяну с рейда, он стоит в рейде и ауешит. Ну я знаю. Похуй. Не знаю, я могу и так, но... Не, если ну ладно, надо. Чё. Плюс в том, как что еще нет. Готовимся, стопнули в флот, готовимся. Нет плевков. Побежали. Обратно. Квест на ком стакаем? На мне. Квест сдается на медуе. Да прекрати ты мелких забирать за него. А чё? Он стакается. Ну ничего, кто побегаете. Нету большого в рейде, я ману, сука, не леги, нахуй ты забегай. Отличные новости, народ. Я починю трубы. Не большого. Готовимся отбегать. Отбежали. Отличные новости, народ. Слышь, завтра. На ком два шлейфа? На мне есть два шлейфа. Только не сделайте класс, ёбаный. Никто не сдает квест, подойдет Мидвей, сдаст его. Все стоим у квестера пока что. Сколько осколков делает? 28. Немножко еще. Атаки треньки не выйдешь, да? Ты там на ДД-то что, уже надевал, нет? Что дамажит ты? Ему уже передалось, пока ты там выбирал. Передай двинутый ему счет. Ну так ГП ему отдал. А можно это за 10% вообще, блять? А если нет, то вообще нет. Так, что ты хочешь за 10? Вот эти плечи? Да. Это если никому. Их так выкину нахуй. Задум по шкаф. Поставь шкаф. Плащ, хожу налево. Я ж тебе говорю, кинь ему обмен. Я кинул. Войдай, мульт. Я мульт, я сумоня. Здесь? Войд. Пришел? Нет. Сейчас, секунду.
Тыкнули. Сейчас я встал. Блять, кто это сделал? Да, квест сдался, у меня тоже. Кто это сделал? Точно не я. О, боешко! Все тут, в принципе, вот тут. Ты чё хотел мне двоих? Да вот нахуй, никто команду не слушает, блять, и все только себе хотят, ёбаный рот нахуй. Следующий этот КД нахуй, никаких квестов не делаем. Пошли нахуй. Так, вроде команды слушать не умеем, значит нахуй не умеем. Это чисто принципиально. Сказано сдает Midway, значит, блять, сдает Midway, значит стоите и ждете. Если кто-то далеко, может кому-то не засчитать или как? Если на кого-то нету двух стаков и кто-то сдает этот, ну, и далеко находится, тогда не засчитает. А если на тебе есть два дебафа, тебе похуй, где ты будешь находиться, не засчитает. Тём, в следующий раз, как бы, весь рейд стоит перед профом, а ты с хантом бежишь и сдаешь. А смысл, если люди Бег. Есть, на котором только один дебаф? Остальные потом бегут просто. Ну, чтобы при первом нарел прибегал, вот и все. Если на ком-то один дебаф, ему квест не засчитается, если он не стоит близко к квестеру. Еще раз делаю. Вы плащ передали? А, хожу налево. Да, он мне отдал плащ, но просто ступить сейчас. Посмотрим. Сейчас дай минуту на размышление. Сходите сюда, что вы стали там? Нахуй ты лимон его забираешь? Почему бы и нет? Или не заберешь схема, блядь. А у тебя есть нормальный, блядь. Он тебе просто даст 4 левела и немножко хосты, блядь, или силы. Тупо, блядь, ГП некуда сливать, да? Так что, кто мне квест сделает? Кто? Лимон кто? Вы же там сосетесь. Вот, я ему отдал. Я лимону не доверяю. Ну, завязываю тебя. Ты про что? С передачей туда-сюда. Он просил уступить по-братски, я ему решил отдать. Я себе снял ДП 275. Когда? Вот сейчас ты снимаю. Не снял. Вот сейчас снимаю. Ну, ему тогда накинь. Ты ему накину сейчас. Кто квест? Че, кому-то тактику будете рассказывать? Или... А, Лиса квест. Не знаю, сама делай. Ну, сейчас это будет вайп. Да, и вот это тянется у нас целка, наверное. Как бы Делимон сделал ей квест? Может, мы, ну, побыстрее это решим? Алиса, ты тут? А, что? Что, как дела у тебя? Неплохо. Хуёво, значит. Надо квест как-то тебе сделать. Как мы это решим, блядь? Алё. Пан, можешь мне сделать. Ну, пускай заходит. Вы что, обкурились, что ли? Вы уверены, что рейд 24 минус пан будут бить профа? Ну, она пусть на пана заходит. В чем проблема? Чё там запало, блядь, бить сложно? Ну, сколько-то и... выдаст? Долго вы будете. Начинается. Давайте, заходите быстрее. Лилмар, ты где? Здесь пришел уже? Угу. Оперативней. Чё сложного? Она ни разу кукле не сидела, блядь. Вот чё сложного. Ещё щит будет. Пристовские хоты будут. Рейнджа на штате будет у нее. В арке все будет. Люд в войне, все. И жри будет.
на будущее вам. Вы вот перед рейдом должны этим заниматься. Спрягни монстров хила, чтобы быстрее настакивать это на Чушкина. Нам давай, уже да, не... мост, давай в хила. На всякий случай, блядь. Не будем мы сидеть здесь, нахуй, до такого, блядь, времени. До 24. Такое существует. Да, вайп на леди и переход на духу. Ловушки. Оперативнее заходите, ребят, пожалуйста. Нахуй, тяните время. Да там просто. Вайп на леди, знаешь, люди трэш не стали бить. Кто-то говорит в дискорде, падаем. Ебать, нахуя вы такое вообще потому говорите, я не понимаю. Потому что трэш сзади убивал хилов и РДД. Так потому что милики на него хер положили на этот трэш. Потому вот. Что мой танк на него хер положили. Нет. Суть-то в том, что когда Войт испулил, ты дал рывок на нее. Ты что даже там? Не успел дойти до трэша. Если мы поменялись? Так у меня второй рывок есть. Мы поменялись? Есть. Алло, погоди. Сейчас, секунду, я буквально уберусь от Адона лишнее с панели, а то мешает. Адон из панели. Рыбу я ставил же вроде, да? Или нет? Никто не падал же. 47 минут, все нормально. Все, все готовы. Пан, подходи. Чушки, на пул, на Void Defender. Отчет на пул. Дали сначала только поставить. Проблемы. Проблемы, ребят. Какие проблемы? Не оделся шлем, потому что там у нее ювелирные камни стояли. Слишком много камней было. А если тебя сейчас блядь. Диспелить могут, но... Я не переодену вещи там с камнями. Шмотки переодену. Блядь, легли. В пизду. А ты не мог сказать это, что она переоделась? Либо нет? Я в последний момент увидел, что надета другая куха, попытался ее переодеть и увидел. Заспайте чушку на. Поэтому я не качаю кровь. А кроме Ювы так ничего не чудит. Интересно. Поэтому, когда я качаю Юву, я не ставлю в шею. Бокрус, как его? А, вон, то есть, давай Масвес. Бля, не надо этим. Как они нахуй называются? Нет, Зидом, нельзя. Только в 25-ке. Да когда-то на циркуле можно было, но... Это было очень давно. Что было на циркуле, остается на циркуле. Кушаем рыбу, оперативнее. Ну, не все. Отъехал, вставай, интересно. Володя, это кто, это твой пет? А, Лиса что, уже Юлу прокачала в пет? Да, я уже кузню как бы качаю. Турбо, следи за агро, потому что у нас один напольщик. Чек на готовность. Эликсиры, еду поели. О, каких у тебя шмотках было, что не оделся? Оделся на... У меня в нагруднике... Ловить. Ребят, замените Дума, пожалуйста. Чё такое? Я сейчас без кошки останусь. Алис, без кошки? Алиса, лучше ставить. Давай, на замену. Алиса, лучше ставить ювелирные Костя, камни шкаф. В одинаковый шмот. Так, замены. Кто пойдет? Погоди, Войт.
Ну, я смотрю, кто из них тут. Гурского. Блять, желательно от напульщик. Ну да, гурский ход. Ход здесь. А, гурский здесь, все, гурского суммоним нахуй. Давай здесь. То, блядь. Давай, давай. КГП сложишься. Чего хантов одно потеки? Слетел с замены. Дальше кто у нас там остался? Шредер Джованни был. Ход здесь. Ход вынес. Переодевайся, фласки получай. В Диси ход плюс в чат. Выся. Чё? Будь моим бабуином. Нет, спасибо. Не хочу. Да, товарищи. Хуйня это. Хуйня. Ход в Диси плюс чат. Угу, отлично. На пул на Void Defender. Пан, подходи. Отчет на пол. Отличные новости, народ. Я усовершен... На пол дали. Нихуя, он злой сорвал игру. Атакой причем. А что ты удивляешься? Зеленому. А че вы его не бить решили или че? Доты на красного сделали, доты на красного, быстрее. Сейчас готовимся по красному играть. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Ход побежал, всех по красному, быстрее. Пельмени. Колба сейчас будет. Колбы не ловим. Пельмень.
что ли? По зеленому. Пельмень. Самана. Пельмень. По красному. На колбы только не беги, на колбы не беги, отлично. Джурада, за меня. Масса не дает. Пельмень. Ой, блядь, нахуй, сука. Пельмеш съел? По зеленому. Ух, еле споймал шаполду эту, блядь. Быстрее по зеленому играем. Уже, блядь. Готовимся по красному. По красному играем. Пельмень. Быстрее красный. Не кидайте будем раз на ретаргет. Чем мы так красного этот сносим? Я не пойму. Пельмень. Не все играют или что? По зеленому. Пан, ты что вылетел? Куда? Блять, заебись. Пельмень. 40%. Так 40% пан вылетел. Тоже ДПС стоп. Так а ты тут хули стопать, тут ложиться надо, блять. Беги нахуй. Последний трай. С квестом. Вот ваше, блядь, это нюни нахуй, может нахуй, может нахуй. Да в смысле, блядь, нюни? Не должны столько времени, сука, на ЦЛК 25 оп тратить. Я не против, блядь, ни квеста Алисе не против. Просто, ребят, все организованнее надо это делать. Никто не предвидел того, что будет вылет, нахуй. Чё у тебя? По душам, думаю. 843. Это не может быть, что тут мало. Выруби, пан, все аддоны нахуй, кроме ДБМа. Это не может быть влиянием просто из-за того, что у нас нет подтверждения? Нет. Может. Хотя может, им уже в чат прописывают, что они с подозрительного места. Ну так это ограничивает его
трейд голды на да. и так далее. Это хуйня. Выкидывать его не должно. Алиса, кто еще пароль имеет? На? Кто еще заходил? Я сказал последний раз. Кость, дай шкаф. Чё, тебя выкидывает пан или чё? Не, включай ДБМ. Тыкаем. Быстрее рыбу едим. Анкил, садись рыбу. Зеленый бабл тут нет. Все, все здесь, пан, давай кабами. Отчет на пол. Алло, дайте дойти, пожалуйста. Профу сначала, до вара, потом нахрен, вливайтесь. Или вы, блядь, не знаете, что он кидает один только молоток? Что, ты под столом будешь держать? По-моему, сейчас чаще его начнут прикидывать. По зеленому быстрее. Печенку. Вешать доту на красного слизня. Быстрее. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? По красному играем. Пельмень. Ебать, еще бы Долран убежал, нахуй, ебан. Нормально он бегал. Да, хорошо, Джован. Манкил, мангал. Стойте в следующий раз подальше от пола. Пельмень.
Лизнев, Милики. По зеленому, готовьтесь уже. По зеленому играем. Пельмень. Ты зря его, кстати, ведешь. Я понимаю, что мы ДПС, но, блядь, пельмени летят ближе. Красный. Пельмень. По красному. Рано. Ну, полминуты рано, так что надо будет диверсию убить. Убить это отлично, добежать надо. По зеленому. Пельмень. Заспать или у Ноуна? Нет. Ну, просто Жива не покинул. Жива не покинул. Сколько два пельменя уже словил, ёб твою мать. Фона. Красный выливает. Готовимся по красному. По красному играем. Пельмень. Тупанул первый раз. Рой. Там ход умирал. Спили с красным. Джерада маном. Готовимся по зеленому. Мелики. Пельмень. Успеем, да, блять? Пельмень. Красный. Стопните. Успеешь плюнуть, нет? Уже стопнули. Доты, уже доты перевели там. Блять. Сразу плюй. Да не в брофа нахуй. Отлично, успел. А он в двоих плюнул, и в профа, и в слизи. Его сразу давайте. Даю. Дали выбрать сначала цель, готовимся в этот под Геру и сразу сносить. Геру. Бегаем. Бабл, блядь. Сука, как повезло нахуй, что бабл. По боссу. Пельмень. На кого он бок кинул? А, его босс убил. Чуть-чуть стакан. Сейчас пятый будет, а у Епарейда идет. Ну, забирай. Забирай. Забрал он? Диван на него. Где, блядь, Войт? Угу, вижу. Да. Ага. Угу. Ну, пробуйте долить. БР есть? БР это есть, нет? Бэрщики-то мертвые.
Есть два. А, уже. Все, идем без квеста. Нахуй. Все, Алиса, обратно заходи. Я не знаю, я не могу это прокомментировать, я вообще не знаю, что сказать. А что, вы это не забрали, что ли, схем на 500-ках или что? На 500-ках-то забрали, надо было на 4-х. Надо было сказать, чтобы забрали, они ж не знают. Там все надо, там, знаешь, там каждую секунду надо говорить каждому человеку, что делать. Блять, а чё никто с паладинов не кинул нахуй боб, ёбаный, ой, диван. Ты кинул? Там просто... Когда уже, когда пол рейда сложил. У меня он не проставлен в хилботе, так что я не смог кинуть сразу. Так я, блять, крикнул сразу после первого тика нахуй диван. Или вы не видите, какой по вас дамаг летит нахуй, если даже не по рейду? Там, когда вешаются стаки, по рейду идёт дамаг, когда пруф. Цели смотрят на танка, на котором стаки вешаются. Вот если пятый стак начинается в обычке, то идет дамаг. По 30% со стика сносит. Вот и рейд снесло весь. Там надо было кричать 7 гибны на хп надо было. Забирать сразу на четвертом, не на пятом. Мы ничего не успели. Ни гибны не прохилить, не забрать вовремя ничего. Потому что человек, который делал квест, он не танчил. Я для себя заметку делаю там. То, что вы не в состоянии в кукле посидеть, или еще что-то, или... Почему тут кукла нахуй? Лучше об этом знать. Я ж пока не нужен, правильно? Нет, нет. Хорошо. Чек на готовность. Анкил. Все готовы, чёт на пул. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм
По зеленому. Хорош, красного нет. Ну, конечно, потому что дайсеры появились. Я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пельмень. Красного. Пельмень. Готовимся уже по зеленому. По зеленому. Пельмень. Джурада, Бэйр, Дыгдымыча. Так, Моса, Бэйр, Выхухоль. По красному. Бафы дали по ним? Пельмень. Блять, как на ёбаный в рот. Готовимся по зеленому. По зеленому играем. Пельмень. Готовимся по красному, пельмень. По красному. По зеленому. Пельмень. 38. Стопаем. Стопали по боссу. Доту сейчас дольет. Пельмень.
По красному. Блять, ушли. Успел второй раз плюнуть? Сплевел. Да мы его шли от красного. Бегите. Отходим от красного. Отходим от красного сразу же. Отошли, 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 отошли. Беги, малышка, беги. Отлично. По боссу. Геру дали. Здесь Герд? Забыл, что на шамане. Пельмень. Хожу налево, готовься по Эвинар. 400 гнались. Дай диван по Эвинар. Хобот, води. Пельмень. У меня нет дивана, у меня нет регов. Блять, заебись. Да и диван нет. Там. Да. Давай. Лиса, снимай. Сколько там у тебя? Два. Вот я тебе даю. Да. Быстрее по боссу играем. Пельмень. Можете, в принципе, не давать. Четыре забирались. Давай по нему диван. Зеленый бабл тут издыхает. Потому что не прошел ее. Бабл, включай, проходи. Быстрее, доливайте. Ух, что с пельмени уебут. Это похуй. 1%. Угу. Ну что, колбана? Сейчас у тебя заберут колбана. Ну, заберут или заберут. Нету. Объясните. Хуй рейтрик, ему ни хуя колба не поможет. Где Тёма? Спасибо.